Белорусская молодежная общественная организация спасателей пожарных в Бресте насчитывает более 500 молодых людей. Среди них ребята-активисты, которые не желают сидеть на месте, которые ощущают потребность помогать другим. Такие юноши и девушки не ждут обращений и просьб, они сами проявляют инициативу. Накануне Дня пожилых людей представители организации во главе со спасателями отправились в гости к одиноко проживающим пенсионерам. Осознавая, что в силу возраста они не могут в полной мере позаботиться о себе, волонтеры решили не словом, делом доказать, что старшим есть на кого положиться. Мы решили пройтись по кварталам, помочь пенсионерам. Какую помощь будете оказывать? Ну, чем поможем? Ну, огород, собрать что-нибудь, помочь убрать где-нибудь, подмести. Хотелось сделать что-то такое доброе, чтобы мне было хорошо на душе, им тоже было на душе хорошо, что кто-то есть, что может помочь кто-то. Ребята активно участвуют в проведении различных профилактических акций и мероприятий, которые проводятся на территории города Бреста. Это и профилактические мероприятия в городе Бресте, в общественных местах, которые мы проводим, на открытых площадках, в учреждениях образования. Ребята вместе с нами посещают одиноко проживающих пожилых граждан, оказывают помощь, обучают население. Будучи в гостях у пенсионерки Елены Андреевны, ребята сразу взялись за дело. Работы они не боятся, вооружившись инструментами, привели в порядок огород. Одиноко проживающей брещанке 70 лет. Уследить за хозяйством самостоятельно она не может, а потому помощь ребят оказалась как нельзя кстати. Много не робишь, а немного. То, что сегодня к вам пришли, приятно? Конечно. Мы все красивые. Молодые, я благодарна вам за вашу заботу. Спасибо большое, что вы нас не забываете. Помогать так помогать. Гости пенсионерки проверили исправность электроприбора в доме, а также установили пожарный извещатель. Теперь можно жить спокойно, а главное – безопасно. Таких домов одиноко проживающих пенсионеров посетили немало. А как иначе, забота о людях преклонных лет всегда была одной из первоочередных задач спасателей. Акция, приуроченная к 15-летию Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных, продлится до 15 октября. В этот период активисты будут посещать многодетные семьи одиноко проживающих пенсионеров, ветеранов и инвалидов. И этим деятельность не ограничится. Активисты общественной организации спасателей пожарных вместе с работниками МЧС посетят социальные приюты, дома-интернаты, общеобразовательные учреждения, проведут мероприятия в местах массового пребывания людей.